Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня хотела вам показать итоги обрезки герани. Я обрезала ее 7 марта. Сегодня у нас 16 апреля, то есть месяц небольшим. Вот. И хотела, вот сейчас вам покажу чуть-чуть ее издалека. Смотрите, какая она вся уже как бы обрастает. Была такие вроде как голые пеньки. Сейчас они как бы покрываются такой зеленью. И в тех местах, где я ее обрезала, вот смотрите, вот я обрезала, вот она одно, второе дает. Вот здесь, например, одна, вторая. Вот здесь была обрезана большая ветка, вот тоже она вся обрастает. Вот это не обрезала, вот сейчас ее как раз, два, три, четыре надо прищипнуть, чтобы она, ну, я выкручу, вот так вкручиваю. Вот, раз, два, три, четыре, чтобы она в высоту не росла. Вот. Вот тоже веточка, да, видите, как я обчекрыжила, и она прям, вот здесь что, вот она как ветка сверху подсохла, но деревце прет, растут вот боковые, стали вылезать вот веточки, то есть как бы красула, она так округляется, вот. Вот здесь я подкладывала досточку, чтобы ствол был немножко в наклон. Это помогло, очень даже помогло. И как бы теперь стволик прямой, хороший такой. Вот тоже, видите, ветка обрезанная. Ага. Вот я обрезала, прищипывала. Ну вот она, видите, дает одну ветку. Желательно, чтобы она дала, допустим, два побега. Что в таких случаях делать? В таких случаях прищипнуть еще раз. Еще раз прищипываешь, наверное, так, раз, два, три, четыре, ну, даже не знаю, еще, ну, надо, конечно, лучше секатором, вот так, раз, вот, видите, я отщипнула ее полностью, вот, и теперь буду ждать, она, может быть, вторично она даст два побега. Теперь, как бы, сразу видны слегка огрехи, что в этой стрижке было не так. Ну, вот, я считаю, что некоторые ветки я оставила длинноватыми. Ну вот, например, смотрите, макушка, да? Ее можно было бы прищипнуть вот здесь где-то покороче. Но я оставила еще как бы одну лишнюю вот такую фалангу, да? И она вот здесь дает две ветки. Но это как бы, ну да, вот они ошибки, просто они видны. И что я думаю? Теперь надо, ну, во-первых, постоянно поворачивать относительно солнца. Вот там вы видите за окном у меня огород там такой. И как здесь у меня восточная сторона, много солнца, юго-восточная сторона. И надо периодически поворачивать ее, чтобы она не перекособенилась, как говорится, на один бок. Вот. Вот вторая моя красула. Вот она красавица, тоже в горшке стоит. А, это не одна красула, это тоже у меня есть видео на нее, 4. А просто я что-то, она выглядит как один кустик. За счет того, что она такая как бы кругленькая, все такое. Видите, вот везде, везде такие маленькие почечки вылезают, такие хорошенькие. Вот, как смотрите, какая славная макушечка, везде такие макушечки вылезают. Ну вот, теперь, вот, например, смотрите, вот длиннющая уже ветка, вот она какая, вот смотрите какая. Вот она явно уже будет не нужна, вот, пока не поздно, как говорится, надо прищипнуть раз, два, три, четыре, вот это все можно убрать, вот это вот, вот, раз, вот так прищипнула. Даже я бы, наверное, ее чуть больше прищипнула. Нет, еще больше обломаю. Пусть всего только 3 деления, но все равно. Вот. И вот, смотрите. Везде растут. Вот сверху какие-то хорошенькие, такие прикольные. Вот маленькие веточки везде. Но она выглядит неплохо. Вот. И вот еще одна. Ну, здесь такие ошибки тоже. Так она вся обрастает. Но опять, вот она моя ошибка, и сейчас она стала видна, какая. Вот эту верхнюю часть я оставила длинноватую. Надо ее немножко обрезать. Надо обрезать. Так, вот, например, вот эта ветка. Вот она, ее тоже. Вот, смотрите, дает 2 почки. Это уже растет, еще дает почку. Я вообще, надо ее короче, я ее обломаю. Прям вот, надо бы срезать, ладно. Сейчас срежу секатором. Прищипывать. Ну вот единственное, что да, действительно не хватает немножко времени, цветов очень много, заняться этим, и поэтому как бы и стрижка-то получается, что когда увидишь, что на один бок перекособенилось, все, на один бок растет, тогда и берешься стричь. Но желательно это все делать вовремя.
Вот, смотрите, все обрезаны, все прекрасно, все большие сломы. И вот, смотрите, какой был слом. И прямо вот где я сломала, да, срезала, да, на этом месте уже растет, растет. Вот, вот здесь, допустим, смотрите, один сегментик подсох, но следующий сегментик, вот он отломился прекрасно, и все сразу растет дальше. И как бы стволы, смотрите, какие крепкие. Даже вот на фоне моих рук, какие хорошие крепкие стволы. Вот утолщаются, вот были раньше какие-то побеги, это все, все зарастает со временем, и ствол становится крепкий и красивый. Вот, и можно, но бонсай не сделаешь, потому что, как бы, они не гнутся, эти стволы, они ломаются, красула очень хрупкая, но зато можно сделать, сформировать очень красивое дерево, как-то его можно стричь, какие-то оставлять ветки, с красулой можно очень хорошо манипулировать. Ну, пока у меня... вот так выглядит красу. Ну, на этом все, дорогие друзья. А, еще один маленький моментик. А, вот, сейчас покажу вам молодые красулы. Вот они в горшках стоят, молодые. Им буквально в рассадничке тут стоят, им буквально тут, я не знаю. Ну, по полгода точно есть. И тоже вот-вот-вот, смотрите, все обрастают. Вот, но я вот прищипываю, видно моя прищипка, видно, вот она, видите, прищипываю. Вот здесь, допустим, вот эту, где она, вот сверху, видите, прищипнула, по бокам растет. В общем, надо за ними смотреть, красулы такие, мне кажется, неприхотливые, был бы свет, а поливом можно регулировать их рост, если будет такой редкий полив. Редкий, но обильный. Допустим, вы поливаете один раз в неделю, в две, в зависимости от времени года. Ну, как бы хорошо. Тогда красула будет не сильно расти. Но если давать красуле обильный полив, то она будет, конечно, выращивать вот такие огромные листья и тяжелые ветки. А если давать умеренный полив, то она будет медленнее расти. Но как бы зато ветки будут более крепкие. И более короткие сегменты. В общем так. Ну, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Видеоотчет я вам сделала.